Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «Зашумеров». Если вы смотрите его не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Тут довольства нету. Блин, даже не знаю, это что тут лучше построить. Давайте гавань построю. Так, в уруке. Надо просто очередь тут поставить этих рыцарей, чтобы они строились. И не отвлекаться. Так, в Непуре. Торговца. В Лагаше. Банк, это все не надо. Давайте строителя. Хотя тут один есть уже, но тем не менее. Давайте я, наверное, вот так зиккураты эти поставлю. Неплохие места, в принципе, для зиккуратов. Здесь военный лагерь. И стены надо не забыть. Какая теха стены делает автоматически? Все время забываю. Осадная тактика? Нет, это стены возрождения. Тоже не помню. По-моему, это не тех, а Цивик. Ну или Цивик. Ну, в общем, подскажите. Я не скажу. Потому что не помню. Так, в Акшаке. Гавань построена. Так, что-то я не успел. Ну, немножко подлагивает игра просто. Так немножко все притормаживает, надо быстро все делать. Научная теория открыта. Вот и грек вышел на канале. Грек, а ты в войне будешь участвовать вообще? Ну, естественно. И как ты будешь это делать? Ну, у нас с тобой проход, я думаю, я подойду. Ну, окей. Просто я сейчас этим академию достраиваю и буду тупать войска. Спасибо. А, это радио, господи. А что, не будет это? До сих пор нет, да. А когда вот это заработает то, что мы сейчас приняли? Без понятия. Видимо, через сколько ходов там написано. Научное соглашение и канализация? Да. У меня только такой выбор был. Ну, типа, у меня канализация уже изучена. Ну, предложи другое. Отмени и предложи что-нибудь. Она через один ход изучится. Ну, не знаю тогда. Ну, она, видимо, отменится или как? Не знаю. Что-то там зайдет.
ничего не просветит. А зачем ты канализацию исследуешь? Ты типа в лаборатории идешь, да? Ну что еще исследовать? Ну, военные технологии. Да зачем у меня и так уже армия самая большая. Это кто говорит? Египет. А, блин, я думал, это грек говорит. Сорян. Ну, во-первых, не самая большая. Ну, почему же? Ну, у японца больше. Ну, это... У меня прокачанный единиц. Последнего левела. Ну, тут как бы корпуса важнее. Ну, это да. Но мне еще далеко до них. Основное. Как бы отдельными юнитами ты тут только посливаешь. Ну, ничего страшного, если мы все вместе нападем. Ничего страшного, если мы все вместе сольем. Но у нее несчастье будет. Он проиграет последствия. Если я буду много юнитов терять. Ну ты в любом случае будешь терять. Плюс сейчас сделка отменится у тебя. Да, блин, что ж у меня... Минус 8? Ну да. Почему минус 8? Ну, 2 ресурса. Ну, это минус 2. Да, это минус 2. Нет, почему минус 2? Ну... На каждый город по одному? Или как? Нет? Ну, каждый ресурс, один ресурс дает одно довольство. В четырех городах. В четырех городах. То есть, грубо говоря, ну, тем более, что у него... Нет, не на четыре жителя. Смотри, у него 8 городов, то, грубо говоря, отмена твоих двух ресурсов даст ему минус одно довольство во всех его городах. Вот, судя по всему, так будет. Ну да. На четырех жителей... Ну, правильно ты говоришь, на четырех жителей, но эти жители, они же там, типа, не плюс по одному. Ну, то есть у него минус один должно стать. Ну да, тут, конечно, с одной стороны, как бы правильнее, но немножко так напряжно соображать. Блин, это притормаживание, конечно, в городах. Так, Акшак, это у меня с гаванью город. Ну, в принципе, давайте строителя тут... Строителя, а потом археологический музей. Надо сразу два ставить производство. Так, в Кише у нас рыцарь готов. Давайте еще одного рыцаря и археологический музей. Дальше, в Лагаше. Что-то тут слабенько растет город. Народ, а может вы одумаетесь, если мы договоримся? Ну так ты предлагай, да, что-то. Ты боимся, что ты победишь? Ну, ты города готов нам отдать? Я думаю, нет, как бы города я не готов отдать. Когда не договоримся. А что-то готов отдать. Я могу денег дать. Например, вот француз. Меня очень сильно интересует француз. Вот скажи, вот, зачем она тебе вообще надо? Ну, серьезно. А я что, бегу куда-то? Так, стены. Если со мной воевать. Как бы тут видишь эффект толпы, эффект стада. Французу я как не... раз... Француз вообще должен вот Натал, Сан-Паулу и Ресифи себе просто забирать. И это у него бонус будет. Тут скорее непонятно, зачем мне с тобой воевать, например. Но, блин, если я с тобой не буду воевать, так и никто не будет. Так ведь? Именно так. Мне что-то лагает жестко. Да, кстати, у меня тоже. Я предлагаю, может, следующим ходом сейф и загрузить. Давайте, да. Окей.
У меня в городе там выбирается, ну, то есть я нажимаю, где-то секунды три проходит. Я просто тупо не успеваю даже. Так, что мне тут достается? Озарение для ракетостроения. О, и производство в космической гонке. Нормально. Это гуд. Это мы используем. Так, тут что у нас обрабатывается? А, будет еще тут еда. Надо в Ашак отправлять. Давайте, наверное, из рука в Ларак отправлю. Нет, наверное, из Ларака надо все-таки, ну, чтоб один караванчик можно и отправить. А, да. Очередь во всех городах с ума сошла. Фабрики какие-то появились. Ну, чё, мы когда будем нападать? Я просто готов. Мне уже некуда юнит вставить. Ты крут. А ты в корпуса их составил? Я в корпуса их никак не составлю. А, ты их еще не открыл? Но я, в принципе, могу напасть без корпуса. Ну, знаешь, когда один нападает, он против тебя вынесет тебя и все. Но я могу тебе сказать, что у меня заканчивается союз через три хода. У меня только кавалерия корпуса стоят. Все, меня уже убьет. Если мы не нападем на него. Ну я только через три хода могу напасть, в принципе. Ну я подожду, я не тороплюсь. Когда все нападут, тогда я нападу. Или я не буду нападать. И тогда мы его не победим. Слушай, японец, там уже бразильские какие-то корабли плавают. Какого рода? Блин, линкоры. Линкоры, да. Но он один там, один. Я тебе сказал корабли. А как он? А, это он, наверное, с этого, с ученого будет. Судя как флотоводца. Наверное. Наверное. Стреварение. Ну, не страшно, у меня подобные лодки. Мгновенно обосновывается в городе. Ну, давайте мгновенно обосновывается. Бомбарды в корпусах. Так. О, теперь быстро строится. Отлично вообще. Ну а у кого там были проблемы с UI интерфейсом? Вы проверили? Все нормально, все отлично. Надо было просто перезайти, блин. Я все игры мучился без очереди. Всю игру играл в оригинальную версию? Какой кошмар. Ну нет, у меня все бонусы-то были от этого. Не было очереди производства. Да. Так, что у нас по городам тут? Рыцари, рыцари, рыцари. Строить. Так, подождите, тут можно не расти. Здесь нужно расти. Здесь можно не расти. Что-то бразилец армию не строит, походу. А почему он корпуса строит? Он же дальше строит. Грек, а где у тебя армия? Как ты помогать будешь? Да,
Я вот сейчас район достраиваю, сейчас вот у меня первый корпус. И... Ну, начало положено, да? Не, ну просто у меня вот в столице корпуса клепаются, в остальных я пока этим войны в игре ставлю. Ну, там достраиваю, там военная академия мне достраивается. Франция, а сверху может Бразилец пройти мимо Занзибара? Проплыть, если проплыть нет, может. Пройти. Между Францией и Занзибаром. Может, конечно. Тут огромная, блин, территория. Кстати, да, тут можно было нормальный город поставить. Тут две свиньи, например. Крабы, скот. Почему Франция не поставила? Уголь. Ну, тут на реке невозможно поставить. Но, в принципе... Там акведук. Да, с акведуком можно было бы, да. Где город? Ну, выше Бордо и Натала. На реке только два города стоит. Два. А, я собирался, я туда посело притащил, и там как раз Натал встал. И надо было, чтобы он... А. Подскажите мне такой вопрос. Если, допустим, в военный лагерь садить людей, какой бонус они будут давать? Ну, очки великого полководца... Вообще там Джек, написано. Джек. Да, я сейчас в следующем ходу, да. Там же на модишь вроде написано. Это немного сейчас, секундочку, я недоразбирал. Секунда. Я просто хочу очередь ставлю. Ну, давай на следующем ходу ты это сделаешь. Вы на следующий ход хотите на меня уже напасть? Вроде через один. Еще не следующий ход. Я даже еще не дополнил. Но у него Минас Жейрос, я тебе даже могу сказать, что у него корпус, а не просто. Так это, да, ну, дает. Берите флотовод, дает. Круто. Корпус. Крутой бонус. Греческие наконец-то доплыли до меня. Миссионеры. А что там религия-то? На промах. Давай. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS – международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии 2GIS, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии Headhunter. Заходите на 2GIS.com. И скачивайте карту интересующего вас города под любую платформу 2GIS, если быть точным. Вы там еще посмотрите, чей он сюзерен: Мохенджо-Даро, да? Занзибара и Маската. То есть имейте в виду, что на вас нападут эти города. Они рядом со мной все. Если я специально соездил таким образом, чтобы это ближайшее.
Так, стены я тут построил, давайте. Я, конечно, сейчас не смогу на него напасть уже. Корпусов наставил. Ну, а, тем не менее. Кто Египет говорит? Да. Ну, сейчас я пушки построю. Без корпусов, как бы, нападать, это, в принципе, не, я пушки обреченная тема. Я буду убивать просто. Пушками корпуса тоже не убиваются. Чего? Он же... Ну они как? Просто иначе другого варианта нет. Так, открыл электростанцию. Я сейчас еще возьмут ученого на ядерный, там, что-то такое. Где мне лучше купить электростанцию побыстрее, а не здесь, наверное. А, я даже две могу купить. Отлично. Тогда вторую. Так, вот это действует на этот город, этот и этот, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Хо, подлодочка. Тогда надо тут покупать. Отлично. Так, что мы в Лагаше? Ну, он тут сейчас расти будет. Электростанцию давайте так открываем все. А там шпионов к нему кто-нибудь сажает? Уже одного моего. Где у него, где попался, что разведку? В Рио-де-Жанейро попался. Ну это понятно, а на чем там сидит? На золоте. На золоте. Ну не факт, что там шпион есть, но вот он где. Здесь двух арбалетчиков. Так, мне надо два арбалетчика построить. И акведук, и оружейную. Но оружейная еще не открылась. Значит, сначала акведук нужно построить. Так, тут два действия еще есть. Давайте, наверное, вот так три фермы. Напомните, религия чужая отменяет мою пантеону? Нет, пантеоны у всех работают всегда. Ну, один у него корпусной, один минус Жейрос уже такой обычный есть. Блин, когда же закончится это? А анархия сколько ходов длится? Понятно. Но недолго. Один, наверное, или два? Ну, вот уже второй ход. Я просто не знаю, почему она у меня появилась. Значит, три. Потому что ты принял то правительство, которое у тебя уже до этого было когда-то. Короче, принял он не тогда, когда можно было. Не когда нужно было, вот так. А не может.
Помпи, конечно, жесть какая-то. В два раза больше. Шпионов туда имеет смысл, я думаю, сажать. Чтобы пытались. Потому что если шпионов отправляете, я думаю, промышленный зону будешь пихать. Так, наверное, электростанции надо просто покупать. Значит, мне надо акведук. Здесь как-то не очень. А здесь два хода. В принципе, вот тут можно. Два хода построим. Так, и два. Так, один уровень дипломатического Лёша, у тебя что за войска? У Ладны, где кавалерия есть? Рыцари. Ну ты там в Ладных, наверное? В Ладных пойдёшь, да. В Ладных помощники. Не, почему? У меня рыцари. Я пойду в кавалерию скорее. Что у нас? Ну там у Ладны... Из корпусов, а вторые рыцари. У меня не, корпуса, ну, почему? У меня корпуса. Ну там Уланы все равно же первые кавалерия. Уланы неплохо. Так подожди, Уланы же... Уланы это... Сначала Уланы, потом кавалерия. Копейщики. Да. Ну так как у меня могут быть Уланы, если у меня рыцари? Нет? Ну, я что-то не понимаю. То есть потом... Не-не, я имею в виду, как Уланы, видишь, там Уланы может лучше строить. Не рыцари. Понятно. Ну, вообще, у него, кстати, я тут, что я вижу, кавалерию. Так, лучше, ладно. Ну, у него бомбарда еще. Вот, бомбарды есть, так что тоже. Я что-то не понимаю, вот что надо французу построить, чтобы апнуть шапочку. Нету такого имени, да? Ну, а что заменяют шапки? Какой юнит? Кавалерия. Ну, значит, ну, то, что апается в кавалерию... Я нажимаю, показывает, что... А, ну, может быть, не показывает, я что... Ну что там, все обвинили? Египет, ты еще не обвинил бразильца. А как посмотреть, когда союз заканчивается? В репортах, я ж уже объяснял. А, ага. А без этого что нельзя? Без обвинений? Ну, у тебя будет больше штраф. Да, усталость да, от войны. А насколько больше? Быстренько, но намного. На 50%, по-моему. Там на 25%. Да. И тут еще хотелось бы, чтобы кто-то уже объявил войну, да, а остальные могут союзническую войну объявить. Тогда. Может, типа в союзе? А, то есть можно. Да. Так, я в союзе с Египтом и шумерами. Ну я пока чуть как бы сам только несколько настроил, чтобы сейчас строится. Настраиваю. Вода. Так, с кем-то у меня торговли нету. А линкоры в какой техе? Подскажите, пожалуйста. Тебе очень надо? Ну да, мне Нет, Лёш. Можешь кто-то подсказать? А, это бразилец. Так сделай поиск, зайди в Сайлопедию. У меня просто нету времени даже смотреть.
Так, в руки электростанции я решил, что буду покупать, правильно? Давайте шпиона. Так, акведук я построил. Следующее у меня будет вот оружейное как раз. Потом порох. Тут два арбалетчика я создам. Там две бомбарды надо. Значит, пойдем пока вот так. Итак. Так, этот у нас без корпуса. Парень. Есть корпус. Второй уровень корпусов прибежал. Откуда у меня вообще бегают мои караваны? А чтобы, так сказать, строить морские корпуса, надо построить этот морской порт, правильно? Да. Прими союз. Не, ну меня тут первый раз пилят, как лидера. Да? Ну, это тоже приятно. Что-то не расстраиваюсь. Я взял великого человека, ему нужен артефакт. А у меня нет артефакта. Ну, я могу тебе продать артефакт. У меня а есть... А смотрите, следующий ученый. Плюс 20. Жесть. Плюс 20%, да. Японцу достался. Японцу. Шикарно. Давай, можем поменяться. Или ты хочешь продать мне его? Ну да. В принципе, так-то он мне не нужен. А это кто вообще? Грек? Египет. Египет? Египет. Ты удачно хватанул. Да, удачно. Не прочитав, да? Чё понеслось? Ну, по-английски. Чё, всё там уже? Ну, он как бы пытается. А что, война уже началась? Ну да, он меня напал. Так, надо я как-то поставлю. Союзные смотреть. Возможность союзного объявления. Сейчас следующим ходом гляну. А кто на кого напал? Я, естественно, на него. Кто еще? На француза. Не, еще раз спрашиваю. Какую, на какую нацию напали? Я напал на бразильца. А. Так. Промзону у него. Столицы разгромил. А, смотрите, у меня есть объявить внезапную войну, но штрафа за милитаризм нет почему-то. Видимо, вот из-за счет того, что союзная, потому что мы с тобой в союзе. Посмотрите, у всех, кто в союзе с японцем, нету штраф за милитаризм. Так, надо заключить союз с японцем. А вот, кстати, как шпионами партизан вербовать? Это куда нужно сажать? Что-то я не видел. Объявляйте войну.
нет штраф. Японец в союзе с греком. Грек, объявляй войну. Сейчас произвести. Так, 4 золота. Торговые пути. Что тут вообще новое? Война. Плюс 1 к перемещению. Нет. Экономика. Плюс 4 золота от торговых путей. Да мне и так золото дофига идет. Так, ну что, ты мне артефакт продашь? Скажи, сколько ты мне дашь денег? У меня тут как бы... Белку. А я тебе скажу, да, нет. У меня война тут идет. Я, честно говоря, просто сейчас буду не успевать. Я тебе кину сделку почему-то. Не, причем тут кинуть сделку? Словами-то мы можем поговорить словами? Ну, сколько ты хочешь? Сколько у тебя есть, скажи, пожалуйста. 2000. Ну, давай 2000. Ну, а чего? Слушай, у тебя бесполезный великий человек, просто так. Да я его удалю. Такой жадный. Леша торгаш от бога, да. Не, ну слушай, я, ну... Я в союзе с Японией, но что-то союзной войны я не вижу. А ты только сейчас стал но в союзе? Ход, да, я... Ну, где-то... Следующий ход тогда. Или может вообще не будет. Ну, сейчас посмотрим. А, Грек, а ты можешь объявить войну? Ну вот, это я говорю, что... А ты только сейчас стал в союзе? Да, по-моему, этим ходом. Он уже в армию вышел, если что. Да? Это плохая новость. У меня вот сейчас вот только корпуса будут. Я думаю, больно, заметил мою армию. Линкорчика. Блин. Я про нее и говорил. Армия линкоров? Да. Плохо. Ого, прикольно. Нормально, да, арта сносит, да? Ну. Что-то у меня арта полностью сразу все снесло с этой... с военного лагеря. Not good. Это, Леша, ты там еще башни можешь построить осадные, чтобы стены игнорировать. Чего? Он на меня осадные. Нападает. А, ну я понял. Ну я могу, конечно, осадные башни построить. Короче, нет, у меня отдых, я такой объявляю. Так, построить оружейную. Мы ее просто купим. Так, порох открыт. Кстати, у меня вопрос. А разве можно улучшать юнитов, допустим, после? То есть, чтобы держалось улучшение юнитов. Не сразу, а задержку делать. Поняли, что я имею в виду? Но он ход теряет. Ты имеешь в виду, что он промоушен получил? Ну, да, то есть... он... Вот сейчас он ко мне прибежал кавалериями, и все кавалерии имеют промоушен. То есть они могут улучшаться, но он их не улучшает, чтобы они вылечились. Ну, его право. Так надо делать. Грек, это не ко мне же вот эти пацаны прибежали? Я случайно там мискликнул. Ты про этого дуболома? Не, я про кучу миссионеров. Ой, ларак. Так, ты кто у нас? Это француз. Тебе не нравится, Таня? Ну, я не знаю, что у тебя, я думал, до меня там просто... Ну, смотри, там культура есть. Ну, ты мне расскажи.
культура тебе, которая замечательная? Нет, я как-то не получаю ничего от того, что тебе вращаю. Ну скажи, что это? Культура, наука от... Так, наука, порох у меня от, есть, я так понимаю. Короче, ну, это вот это, зороастризм, это твой, да? Нет. Али, нет, твой даосизм. Зороастризм, а, это нет. От зора что-то. Твоего мне не надо, как говно. Я никакого бонуса этого вообще не получил. Еще не успеваю. А, там... Это понятно. Что тут не стреляет ничего? Что-то я не понял. Что-то я не пойму, а что, если снесли военному лагерю защиту, то он не стреляет больше? Да. Что-то новенькое. Мне так и было. Давно уже. Ну, новенькое, имею в виду, новая информация. Грек, беги вот туда, где Бат Тибира. Грек, подожди, а что это один юнит только? Я снизу там. Чуть-чуть нападаю. Ну и сейчас я к тебе тогда с этой стороны подойду. Не, ну теми юнитами, которые ты снизу нападаешь, уже нападай, продолжай нападать. Ну, не надо, да, их перебрасывать. Нет, это понятно. Подведу там к тебе от других. Я не могу пока корпуса и армии строить, потому что для этого нужна военная академия. То есть мне надо в военную науку выйти. Две бомбарды, осадная тактика и военная наука. Ну, как бы, это хода 4, скорее всего. Так, а у кого-нибудь 2 селитры есть? Я могу делать больше. Да, давай. Ну, тут уничтожает он именно потому, что у меня устаревшие юниты, но смысл пока в том, чтобы распылить силы. А чё Египет не нападает? А почему Египет не в войне с... Я не могу напасть, у меня штраф не запределен. Так мы с тобой в союзе, неужели у тебя сейчас нету? Посмотри. Вот у меня написано объявить войну, штраф за пределы. А повод для войны ничего не появилось? Да, вот там... Осудил? Обвинить там был. Я обвинил его уже 4 или 5 ходов. А, обвинил, но все сейчас будет. Может, на следующий ход будет? Так, кто мне там... Сказать. Кто мне там селитру хотел дать, ребят? Я могу дать. Грек, я сейчас войну тебе объявлю. Кстати, народ, между делом такой маленький нюанс. Японец вырвался на первое место по науке. Ну, и он был всегда вторым по промо. Блин, и не убил. Побережье грабить.
Так, теперь куда, наверное, в Махенджо-Даро? А где у нас тут покупка электростанции? И отправляем караванчик в Сеул. Хотел три фермы вот так сделать. Что это не корпус? Ладно, постоим пока. Грек, японцев, вы бы сейчас сидели, развивались и все, развивались, что мешает? Ребята, еще раз повторяю, кто миселитру там... А, во, спасибо. Кстати, народ, вы видите, что японец обогнал меня по науке? Ужас какой. Нет, просто потом сейчас вы меня остановите, а кто потом будет японца останавливать? Потом меня всем спокойно, все нормально, не успокойся. Между делом ты полетел уже. Да, уже улетаю. Ну я про это. Я рад, что ты согласен со мной. Блин, что это за передвижение такое дебильное, блин. Грек, под Бат Тибара проатакуй, пожалуйста, Грек. Ну что ты, чем ты... Ну я еще поздно, честно, поздно. Тоже от своих войск. Ну ладно, тоже, ладно. Блин. Сейчас уже не надо было атаковать, ты видишь, да, ты подставился. Сейчас. Так. Ну вот я подставил своего этого, конечно. А еще один, вы серьезно? Сразу убил за один ход. Ну когда там француз ты войну объявишь? Я уже еще несколько ходов. Так, все, тут уже расти не надо. Собака там лает на улице. А японец-то тоже нападает? Да, он на море.
Ну ты посмотри, какая у него армия. Ты такой, знаешь, сидит француз, ни хрена не строит. Меньше всех армия. И спрашивает, кто вокруг нападает. Знаете, кончится тем, что он скажет такой, ай, мне не нравится, что вы слабо нападаете, я не буду в это впрягаться. Не, ну вообще я уже на самом деле не очень уверен, как бы, что, ну, что реально есть смысл вот прямо всей картой бразильца пилить. Ну как бы я от его городов не откажусь. Поэтому... Несколько городов надо в любом случае взять. Я не говорю про то, что типа давайте полностью его выпилим. Ну то, что останавливать, это значит, что ухудшать развитие, понимаешь? Пришел. Ну поехали. Так, две бомбарды. Собственно, надо создать. Просто смотри, меня еще они не продавили. Ни на одном фронту. То есть я пока держусь. Значит, ты был на самом деле лидер. Он и есть лидер. Ну, так его и не продавил никто нигде. Так это же очевидно, что он лидер. Смотри, армия какая. Нет, естественно, я чисто из-за городов это и есть. Вау, Грек, я не понял, а как пехотинец бразильский оказался у меня в тылу? Чудеса, да и только, да? Ну давай, я не против, если он проатакует меня. А, этого убил. Так, ну я в армии тоже вышел. Ого. Так, почему я в армию не выхожу? Везет же вам, а? Давай, другой кавалерии тоже проатакуй. Ага, тут там просто это стоят еще. Блин, повышение ему дал. Плохо все. А, блин. Это мы подвисли тут. Ну, блин. Написано, что на меня японцы. Вранье. Разведчик, потому что у нас союз, наверное, нет?
Да, я напал одним разведчиком. Ну, блин. Нашел. Японец, ты уже, у тебя уже флота нету, что ли? Это есть. Плывет. Не отплывать пол материка, понимаешь? Не понимаю, почему тут бразилец уже меня флотом обстреливает. Ты его вообще не напрягаешь там? Он снес мне две подлодки, а остальные еще не успели подлодки. Плохо все это. Ну, чтобы, допустим, он понимал, что это ждет. У него ждет тут примерно 5 армад линкоров. Блин. 5 у него повышение доступно. Не, ну вы меня убиваете, нет. Да ладно. Ну что это висит? Блин, как все. Какие-то окна открываются левые. Так, что нам здесь? Наверное, промышленную зону стоит построить. Я сохраню деньги, чтобы военные академии купить в городах. Но я же выбрал уже маяк. Не, ну против 4 может нереально держаться. Ну конечно, ну блин. А ты считаешь, что надо играть чисто на развитие? Ты вот вырвался вперед в развитие, мы должны признать твою победу? Не знаю, у него как бы армия пехотинцы. У меня даже корпусов нету. То есть это не 4 против 1. Ну конечно. 2 против 1. Ну и как война без корпусов, ты говорил, кстати. Потянешь. Француз, когда ты, кстати, нападешь? Ты вообще самый ближайший сосед и ни хрена не делаешь. Ну, я, ты видел же, что я последний по техам? Нет, это я последний по техам. Я прошлым ходом в корпуса вышел. Грек. Ну, хотя ладно. Да, спасибо. Ого, ты сколько культуры получаешь за это. Слушай, Грек, так тебе вообще выгодно должно быть воевать. Ну да. Да, да, Греку то вообще. Убил пехотинца, 40 культуры получил. Сейчас в армии быстренько выйду. Ой, ни хрена себе, ты видишь это? Да. Он мне сейчас город возьмет. Так. Я там один ход в академии, да? Давайте мушкетера построим. Или нет, торговца.
Да, веселуха. Красиво. Бразилец со всеми с тремя воюет и один обвинил. Когда там войну? Нет, чтобы вы просто понимали, что у меня сейчас армия и его армия, как бы тут у меня стоит на границе, так сказать, армия пехотинцев и армия этих арты. В ожидании. В ожидании кого? Шар. Бразилец, что ты от нас хочешь? Зачем ты вот это все рассказываешь? Нет, чтобы мы боялись. Почему? Чтобы мы тебе с собой мир заключили или что? Да. Ну так если мы мир заключаем, ты победил. Нет. Нет, он победил. Хороший конкурент у него. Да, вот здесь как бы японец. И грек. Вот, мои конкуренты. У японца, я смотрю, 250 потного. Ну, учитывая, что у меня 150. Они вместе оторвались. По промке второй японец. Японец, 700 золота можешь дать? Сейчас. Давай, кидай трейд. Не, у меня тут война. Просто я хочу, чтобы вы поняли, пока вы сейчас меня останавливаете. Зашибись. Да мы уже все поняли, все нормально. Ну все, он сейчас город берет у меня. 700 золота? Ну у него просто армия, потому что тут ничего не сделал тоже. Да блин, ну что у меня опять все выключилось? Так. Сколько этих подводок, а? Недостаточно. Учитывая, что у вас армия почти ровная, а наземных войск у него практически нет, я думаю, у него их очень много. Японец, ты мне кинул какую-то сделку? 700 голды запросил. Слушай, ну не открывается нифига ты. Отзови, пожалуйста, я сам кину. Отозвал? Да, у меня нет ничего. Ну блин, я не могу тебе заключить сделку послать. Классно. На еще раз. А, смотри. Вот теперь пришло. Слушай, у меня, короче, не открывает. У меня, короче, какой-то глюк, ребят. Приходит сообщение от японца, у меня просто не открывается сделка от него. Открой через... Такое, наверное, бывает. Открой через кого-нибудь. Да. Нет, открой просто через панельку. Так я через панельку именно что... Я ее тут не видел. Потом я пошел в панельку, там где типа все эти... Там написано «Рассмотреть сделку». Я нажимаю, она пропадает, появляется «Заключить сделку» и ничего нету. О, у меня, походу, вообще цело зависло. Мир, дружба. Ты там полетишь свободно в космос. Ну как бы ты улетешь, Кто там в космос полетит? Да, только что-то у Франция первая по науке. Да, я в космос. Да. Бразилия только. А?
Франция не может. Первой панелки. Какой-то странный сейв загрузился. Да, что-то очень далеко. Что-то это очень далеко. Это за два хода. Ну, давайте еще раз. Ну, вроде это у меня последний. Да, ладно. Не-не, ну два хода перевоевывать. Ну, как бы тебе-то какая разница? Слушай, ну как, ладно, ну смотри, мне нравится, бразилец говорил, давайте будем ходить так же, как ходили, и участвуем совершенно по-другому. Нет. Вы же сказали нет. Но мы не тот ход загрузили. Ладно, короче, ладно. Фиг с тобой. Ну или грузить будем. Уже нехватка счастья. Видимо, из-за войны. Куплю академии и сразу армии начну, не армии, корпуса. Так, почему у меня тут нету ускорения? 7 разных районов должно быть построено, а 7 разных районов — это священное место, кампус, военный лагерь, гавань. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть мне священное место надо построить. Ребят, вы помните, что тут нету таймера? Поэтому давайте как-то ходить все-таки. Давайте-ка... А, ну да, у меня жителей не хватает для священного места. Жаль. Что-то у меня частенько такое бывает, что после того, как я все ходы сделал, не могу зайти в город и поставить, ну, в общем, в очередь ничего не могу поставить. Француз, сделка. И изменить производство. А ты поменяй так, там. Вот некоторые... Ну вот я вообще не могу ничего сделать с очередью. Вот у меня правая табличка вообще не появляется в городе. То есть я вот захожу, у меня только левая табличка висит, а правой нет. У меня такое же было. Я может... всю игру так играл. Просто поменяй город вправо-влево, нажми. А, я это там не копал. Так, а где это право-лево? Тут
по стрелкам не видно. Ну, около названия города. У названия города справа стрелка, у названия города слева стрелка. Ну, зайди в город, вот ты заходишь в город. Я понял. Ну, вот, название вижу, стрелку не вижу. Там только сменить название где, да? Нет, ну блин. Название города, длинная белая полоса. Справа и слева такие стрелочки. А, все, я понял. Мы замерились, а? Джек, теперь ты будешь знать, как бы ты. А, Лёш, у тебя есть подвести чего к Бат-Тибиру? В смысле подвести? Я его атакую. А, окей. А ты сейчас его будешь отбивать идти или что? Я хотел помочь на раскоп. Не, помоги, конечно. У меня просто проход к нему очень такой хреновый. Там, по-моему, с воды еще обстреливается. Так с воды и буду нападать. А что у него там, морские юниты остались какие? Да, у него тут до хрена армат. Просто мои подлодки отплывают пол океана очень медленно. Египет, а у тебя там есть чем обстреливать его там? Пушки? Ну есть, но там никакого смысла нет. Ну ты можешь просто их строить, я вот кавалерии дофига подвел. Типа... Да не, я строю. Не, просто бесполезно стрелять там 1-2 дэмэджа наносит. Ну если там пушек отпускает. Я просто все пушки, они ушли ГГшку захватывать. Вот этот прикол. Ну потому что бессмысленно с ним воевать. У меня баг получается какой-то, вот все войска, которые они у меня вышли, они все без апгрейдов вышли. У меня же стоят все здания, должны сапами выходить уже. А ты случайно не начинал строить один юнит, а потом открыл, и он в процессе строительства стал другим? Нет, ну у меня во всех городах такая фигня. Все войска без апгрейдов. А что, у тебя построена военная академия? Да. Ну, не знаю, что ответить. Ну, там с очередью, скорее всего, какая-то проблема. Очередь глючит по-страшному у меня. Ну, это да, всегда. Нет, что-то в этой игре особенное. Вот они тоже эти, блин, модерщики, они лучше сосредоточились и написали бы один, но нормальный мод. Но тут проблема в том, что нету инструментов, понимаешь? Они... Народ, я завис вообще. Я не могу ничего сделать, у меня экран завис. Пауза, давай, ты расходи. Мы паузу нажимаем. Я тебя не атаковал вообще.
У меня еще ход даже не начался. Тут немного, кстати, осталось. Кому там люкс нужен? Есть джинсы. Давай. Наверное, пушки с этой стороны подводить. О, тут чудо было. Разграбление фермы приносит пищу? Лечение юнита. А, понятно. А когда ты там к... Плыву. Бат Тибири. Следующий ход. У грека за верование вообще опять. Я уже смотрел, честно говоря, но походу они мне вообще ничего не дают. Эх. В смысле, только ты должен получить профит? Нет, тебе город возвращаем тоже. Стоп, так это не профит? Вы мне возвращаете город? Что это за хрень такая? То есть меньше всех... Подождите, француз меньше всех вложил, и он получает профит. Почему меньше всех? Ну потому. Потому что, ну действительно, ты реально меньше всех. Не, я просто позже пришел, но я как бы... Ну я пришел в нормальной армии, а не в которую... Отлично, то есть ты подготовился, ты ничего еще не потеряешь к тому же. Мы вынуждены были такое воевать. Мне тут очень... Слышишь, очень циферки? Много, ладно, понятно. Вон, японец видит, мне тут очень тяжело, у него армия. Да, он тут ерунда приходит, страдает. Он брешет там. Серьезно, опять что-то сломали. Че сломали? Да фабрик. Блин, и недовольство еще началось. Это из-за войны, кстати. Сначала походить. Ну, надо. Демирок, я думаю, уже лаба. Ну, судьба его науки. Ну, а мне тоже до лаб как бы не особо далеко. Просто смотрите, на своей территории я... То есть я сейчас вышел в танк. Чтобы вы поняли. Ну, круто. Я вышел в коммунизм. Я вышел в коммунизм. Я буду сейчас очень долго бегать. Слушай, как-то... вот ты извини, но, конечно, может... но мне, честно говоря, вот напрягает это каждый ход. Ты рассказываешь, так ты дефайся и обыгрывай нас войной. Зачем ты каждый ход
хочешь от нас, чтобы мы с тобой мир заключили. Мир — это означает, что ты побеждаешь в этой игре. Ты еще ничего не потерял, у тебя нету никаких проблем, у тебя ни одного города не взяли. Город потерял уже, как это называется. Ну, город. Натал — самый лучший свой город. Ну да, самый ужасный. И ты каждый ход говоришь про то, что давайте закончим, то есть просто закончим без каких-либо этих. Замиримся. У меня, короче, какой-то баг, вот я направляю морской юнит, а он типа хочет по земле бежать. Ну хочет, отпусти его. Я сомневаюсь, что подводная лодка по земле пройдет. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.